Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня мы разберемся, как вязать стелечку на любой размер, маленькую, взрослую, детскую, мужскую. В общем, разберемся сам принцип и разберем, как ее корректировать, то есть как ее вязать на любой размер. Так, первое, что я вам хочу сказать. Вот смотрите, средняя часть у меня 16 сантиметров. В целом стелечка 24 сантиметра. Что это значит? Средняя часть — это та часть, которую мы набираем цепочку изначально, когда начинаем вязать стельку. Она у нас 2/3 всей длины. То есть, если вся длина, вот как в моем случае, 24 сантиметра, то цепочка сама у меня 16 сантиметров. То есть, 2/3 всей длины. Если вы измерите ножку, какую стелечку вам надо, цепочку вам нужно набрать на 2/3 этого размера. Значит, набираем цепочечку. То есть таким образом мы вычисляем, сколько нам нужно цепочки. Я ниточку складываю пополам и набираю, в моем случае, 16 петель. Так, набрала 16 петель, в моем случае это 16 сантиметров, то есть одна петля у меня 1 сантиметр приблизительно. Начинаем вязание, вот эта ниточка остается, вяжем основной нитью. Начинаем вязание со второй петли, вот она первая петля, вторая петля. Вяжем столбиком без накида. Наша последняя петля остается, из нее мы вывязываем 3. 1, 2, 3 петелечки. Далее вот они, вот наша троечка, это будет мысик наш. Теперь вяжем напротив каждого столбика столбик без накида и возвращаемся в обратном направлении. Так, вот смотрите, видите, напротив последняя петля. И здесь вот у нас осталась вот эта наша петля подъема. Вот она. Здесь мы напротив все провязали. И из петли подъема мы вывязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Точно так же, как и на этой стороне. 3, и здесь вот 3. Далее. Вяжем снова столбиком без накида до нашего мысика. Вот наши 3 петелечки. Доходим до них. Вот она первая, вторая, третья. Из каждой вывязываем по 2 петли. 2, 2 и 2. И вяжем столбиком без накида далее. Снова возвращаемся до конца, до следующего угла. Точно так же, вот видим, наши 3 петли, из каждой мы вывязываем по 2. 2, 1, 2, 1, 2. Вот, 2, 2, 2. Далее вяжем столбиком без накида ровно.
Теперь смотрим, вот где у нас было добавление, видите? От последнего добавления вот 2 петли. Сюда отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаем вязать столбиком с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот они, наши 5 столбиков. Из вот, вот этого мысика, раз, смотрите, 1, 2, 3, наше добавление предыдущее. Из каждой петли вывязываем 2 столбика с накидом. 2. 1. 2. Вот оно. 1. 2. Вот оно. 1. 1. 1. Всего у нас 6 добавлений. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот они, наши добавления. 4, 5, 6. Далее вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. 5. И продолжаем столбиком без накида. 5. Вот до нашего полукруга, до нашей пяточки. Если вам нужна женская стелечка, то на этом мы можем закончить. Она готова. Или детская. Вот этой ширины для детской стелечки достаточно. И для женской. Вот, вот это 3 ряда. И все наше вязание. Но если вам нужна шире стелька, либо мужская стелька, мы еще провяжем один ряд. Если нет, вот здесь вот мы заканчиваем. Как заканчиваем, я покажу далее. Так. Доходим до нашего полукруга. Одно добавление, одна петля, второе добавление, одна петля, третье добавление, вот. И далее вяжем ровно 3 добавления, 1, 2, 3, через одну петлю. Далее вяжем ровненько столбиком без накида. Доходим до нашего мысика и делаем добавление. Вот. 1, 2 петли, 2 столбика. 2 петли, 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, 2 петли. Смотрим добавления наши. 1, 2, 3, 4. 4 добавления по большому нашему окату. И далее до конца ряда опять вяжем столбиком без накида ровненько.
довязываем до конца ряда. И здесь вот ниточку обрезаем, вытаскиваем. Теперь проводим вот в эту петелечку предыдущую, продеваем крючочек, вытаскиваем нить. Так, теперь сюда в петелечку вытаскиваем, равняем. Это нам нужно для того, чтобы был как бы непрерывная вот эта косичечка, чтобы мы потом аккуратненько это все обработали. Вот она, видите, непрерывная косичка. Ниточку здесь продеваем, фиксируем, и все, наша стелечка готова. Вот такую вот стелечку вы можете связать на любой размерчик ваших домашних, такую, какую вам понадобится, размер такой, какой вам нужен. Ну вот и все. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!